дом. Блистали каталог, пили колу, коньячок, разомлели, размечтались, потихоньку разболтались. Говорит одна девица: «Кабы встретила я принца, я б ему за все дела пацаненка родила, но сначала шубу, тачку, ну и на Рублевке дачку». Ей подруга отвечала: «Ты шо, с дуба шо упала? Нынче принца не в чести, надо папика пасти, чтоб бобер был сединой, холостой или вдовой, чтобы банк имел солидный, чтобы вхож был в клуб элитный. Коли мне попал такой, захотела пир горой, чтобы вечером жена, а она утро уж вдова». Стала третья девица: «Так, девчата, не годится и не будет в жизни проку без любви, а по расчету. Пусть не принц крови элитных, ты не бобер солидный, лишь бы верил и любил, и семьей дорожил». Две подруги хохотали, третью дурой называли, посидели, посмеялись, ну и до поры расстались. Минуло лет пять с тех пор, как прошел тот разговор, и по щучьему велению, или судьбы и благоволению, вновь подруги повстречались, ну и поболтать остались, молвит первая девица: «Захотела дура принца, есть и шуба, есть и тачка, есть и на Люблевке дачка, только я на дачке той, словно в клетке золотой. Ни друзей и ни подруг, толпа охранников вокруг, маю сколько день деньской в этой клетке золотой». «Да», — вторая отвечала, «кабы я когда-то знала, что страшнее всего на свете быть за жизнь бобра в ответе. Обещал мне горы злата, да подсунул два контракта, по которым верь, не верь, голый вылечу за дверь. И теперь быть волком бы, не дай бог мне стать довой». Третья молвила девица: «Да, не сладко вам, сестрицы, мой Ванюша не такой, работящий и простой. У людей в большом почете, сын у нас растет и дочек. В доме мы живем своем и дела ведем вдвоем. Вот он, легкий на помине, вместе с доченькой и сыном. Ну, подруги, мне папа, вам не тихо, не тихо». Ну, руки подала, сына с дочкой обняла, села в белый мерседес, тут и сказочки конец. Сказка ложь, да в ней намек, юный отпрыск урок. Вам напомним вновь и вновь. Счастье, счастье, дамы.